В течение года Центром по организации временной занятости обучающихся совместно с институтами Казанского университета проводились дни карьеры и встречи с работодателями по конкретным направлениям подготовки. И, наконец, более 70 представителей организации собрались в культурно-спортивном комплексе «Уникс» на общеуниверситетской ярмарке вакансий. О том, как прошла ярмарка, расскажем в нашем следующем сюжете. Ярмарка вакансий открывает множество возможностей для обучающихся вуза. Здесь представители и государственной организации, образовательных учреждений, представители предприятий, IT-сферы и многих других. Это прямое общение между работодателем, студентами и выпускниками. Здесь наши студенты могут найти место для временной занятости в период своего обучения, для постоянного трудоустройства могут найти также и студенты-выпускники, и также могут найти себе места для прохождения практик и стажировок. Мероприятие прошло не только на площадке Уникса, но и на онлайн-платформе. Студенты могли оставлять резюме на сайте факультета и откликаться на вакансии более 92 различных организаций. Студент может подойти, заинтересоваться и задать любой вопрос работодателю, и все работодатели с удовольствием на эти вопросы отвечают. В основном студенты спрашивают про стажировку, про совмещение с учебным процессом, так как это основной вопрос, на котором они обостряют свое внимание. Один из работодателей IT-компании рассказала о том, какие навыки нужны для того, чтобы попасть в их организацию. Мы оценим хард-скиллы, технические навыки сотрудника, и софт-скиллы. То есть, естественно, если это студенты, мы очень смотрим на софт-скиллы, на его коммуникативные навыки, на его самоорганизованность, способность к самообучению, общительность, способность работать в команде, либо же способность работать самостоятельно. Нистан Гургиница подчеркнула, что главное в сотруднике – это уверенность в себе и способность к коммуникации. Я всегда замечаю, что сотрудник, который приходит с КФУ, когда-то с КГУ, я сама закончила КГУ, они всегда более общительные, они более сильные, у них больше багаж знаний, чем с другими институтами казанскими. Я раньше думала, что это не так, но я чувствую прям колоссальную разницу обучения, которое дает КФУ, и обучение в других университетах. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.